Нет, пользуюсь, уже начала пользоваться. Но у нас у Любы Чернобая есть, конечно, результат уже по нашему крему буквально на третий день. Люба, включи микрофон и расскажи 2 минуты. У меня результат. Ну, я уже похвасталась. У меня было пятно тут с левой стороны на скуле. Ну, такое какое-то, типа аллергическое красное. Я вот 3 раза помазала. Красного, в общем, стало гаденьким. Ну, продолжаю еще. То есть начало уже есть. Спасибо. Очень-очень... Такой вот крем нежный, такой вот мягкий, пропитывается, такое удовольствие получается. Да, действительно. За такой продукт. Крем действительно уникальный, очень приятный крем. Я, конечно, только недавно начала пользоваться, хотела, чтобы у меня побыстрее грипп прошел, а потом уже я начала пользоваться, потому не могу еще сказать о результатах, буквально только 3 дня. Надо сфотографировать себя до приема использования этой косметики и дней там через 10. Сделаешь такое? Сделаю. Завтра утром сделаю. Желательно на один и тот же фотоаппарат и в одно и то же время, в одном и том же месте. Желательно, потому что освещение должно быть одинаковое, и камера должна быть одинаковая. Спасибо. Извините, можно задать вопрос? Можно, конечно. Я первый раз. Вот. Интересно и познавательно все это услышать. Ну, такой вопрос от меня каверзный. Давайте. Вы говорите, что, да, что сейчас все заражено у нас на планете, я с вами согласна, и что даже у тех, которые имеют свой огород и сад, тоже не может быть все на 100% чистая продукт. А скажите, вот эти вот конфетки, для этих конфеток, что все травы и фрукты завозятся, что, с другой планеты? Нет, с планеты с другой не завозятся, просто используются все растительные компоненты, в которых не используется генная инженерия, которые не выращиваются искусственным способом, то есть в теплицах или там, под пленками или еще как-то, которые растут непроизвольно, самостоятельно или на открытых полях. И, естественно, очень тщательно проверяются израильской лабораторией Bara Herbs на наличие всевозможных нитратов, пестицидов или добавления чего бы то ни было искусственного. То есть здесь настолько все минимизировано, и, естественно, наша технология Camelit SA, она позволяет высвободить только натуральные и нужные нам компоненты. А все то, что ну, есть не очень полезное для нашего организма, оно остается в клетчатке, и клетчатка как бы у нас не используется в наших продуктах. Ну так, можно это экологически чистые продукты и у себя действительно дома вырастить, в деревне, если ты поливаешь. Можно, можно, конечно, можно. Я же не говорю о том, что они не экологически чистые. В них просто очень малое содержание сегодня витаминов и микроэлементов. Что такое Camelit SA? Концентрация силы. То есть из малого количества фруктов взять максимальное количество тех элементов, которые усваивает наша клеточка. Понимаете, нам для того, чтобы получить дозу витамина С, нам надо скушать ведро яблок. Вы же ведро яблок каждый день не съедаете или 3-литровую банку сока не выпиваете. Вы не сможете это физически сделать. А в нашем дрожже находится именно доза, которая необходима на день. И причем это не просто, ну вот смотрите, когда пишется где-то на каких-то коробочках наличие витаминов, да, вот мы очень часто можем купить там масло какое-нибудь там или, ну у нас модно, например, подсолнечное масло, на нем писать «содержит витамин Е». На самом деле, если такое, ну, это нормально, потому что любое масло, оно несет в себе витамин Е. Но когда пишут, что, ну, витамин Е есть, это значит добавлен искусственный витамин.
Понимаете, у нас нету никакого на коробочке наличия витаминов ни А, Б, С, ни Д. У нас есть наличие фруктов, ягод и овощей. А сколько есть всевозможных питательных компонентов в банане, это если вы хотите, вы можете открыть интернет или у нас в бэк-офисе это все есть, и взять с бэк-офиса, прочитать уже, чтобы не рыться по интернету, и прочитать, какие компоненты полезные находятся в банане. И какие компоненты полезные находятся в том же мангостине. То есть это все у нас есть или в бэк-офисе, или где-то. Но все, когда написано на коробочке витамин В, витамин С, витамин Е, это только искусственные витамины, не натуральные. Это все понятно, и я понимаю, что действительно аккумулируют. Это очень хорошо, хорошая технология. Меня единственное, что смущает, на самом ли деле они являются, все эти травы и растения, экологически чистыми. Возможно ли такое, такую всю дозировку проверить, если в большом количестве выпускается это все? Все возможно, потому что это все делает израильская лаборатория. Поставляют нам только они, это единственные поставщики. Израиль всегда очень... Можно вопрос? Вы когда-нибудь границу Израиля пересекали? Нет, пока что. Вот я вам советую пересечь один единственный раз границу, пройти таможню израильскую, и вы поймете, насколько тщательно они проверяют все. Вы тогда вопросы таких задавать не будете. Моя дочь поехала с группой, с мужем на один день на экскурсию, которая составляла количество, группа 250 человек. И из 250 разрешили пройти только 120. Остальные вот вы сами и ответили на вопрос. Ну вот это меня интересовало. Да. Хорошо, спасибо. У меня все. Еще вопросы? У меня нет, может, у кого-то, у других. Всегда очень интересно мне отвечать на вот такие вот каверзные вопросы, потому что они присутствуют всегда. И даже если у одного они никогда не возникли в голове, то они могут всегда у этого человека встретиться на протяжении общения с людьми, потому что мы все разные, естественно. И ну, очень сложно нам действительно поверить в какую-то конфету, потому что мы все через это прошли, и каждый из нас, когда заходил в компанию, заходили даже не по неизвестной причине, просто ну, действительно, на доверие. И, ну, как вот конфета может действительно вот так работать, как конфета может действительно так помогать. Но оказывается, работает, оказывается, помогает. И как работает? Мы не копаемся ни в одном мобильном телефоне. Каким образом там появляется рожица твоего друга с Америки, и как ты с ним можешь общаться, разговаривать? Ну, мы же не копаемся в этой технологии. Мы просто знаем, что эта технология есть, и мы нею пользуемся. И все. Здесь нам точно так же. Мы знаем, что такая технология есть. Мы знаем, что она у нас уникальная. И мы знаем, что она есть у нас в доступности. Она в наших руках. Просто берите и пользуйтесь. Да, спасибо, Оксаночка. Все мы, конечно, когда пришли в эту компанию, два слова скажу, мы, конечно, тоже, как все говорят, были в недоумении, как нам могут помочь, как можно сколько витаминов, минералов и всего сохранить в такой маленькой карамельке, как может туда поместиться мини-дозы от 6 до 45 видов трав и растений. Но для новичков скажем, что это очень сильно работает. У нас тоже были, конечно, сомнения, но сейчас мы можем говорить, конечно, целую ночь, сколько у нас есть результатов по раковым заболеваниям, по сахарному диабету особенно. Я только скажу, что у моего друга есть
серьезные результаты по сахарному диабету, очень серьезные, хоть он никогда не соблюдает диету. А о грибковых заболеваниях, если у него был на ногах такой грибок, что вообще, и сейчас ногти маленькие, как у ребенка, мягкие, лучше, чем мои на руках, может быть, то, конечно, здесь вопросов не может быть. И у нас очень много по эпилепсии и по псориазам, по всему результатов. Так что, конечно, продукт сам о себе говорит. Ну, я расскажу про свой результат, что я тоже искала очень, была в поиске компании с хорошим продуктом, потому что, ну да, все мы побывали в разных компаниях, все мы поскакали, все мы там потеряли, и в голову пришла к такому, что действительно не надо скакать по компаниям, не надо иметь 2-3 компании, чтобы... Я хотела иметь одну компанию, настоящую, стабильную, чтобы и был хороший продукт, и хороший маркетинг. И вот посчастливилось мне, что Дима мне передал такую информацию. Я сразу за нее взялась, посмотрела по Ютубу, посмотрела отзывы. И удивилась, что очень много положительных отзывов, очень много. Что я ни в одной компании... не видела, чтобы столько было отзывов, результатов именно положительных, у всех какие-то результаты положительные, выздоравливание, восстановление организма, восстановление здоровья. А меня тема здоровья всегда интересовала. И поэтому я искала такой продукт, чтобы был уникальный, и в употреблении был простой и доступный был. И я взяла продукт, чтобы думать, ну хорошо, очень в Ютубе много таких результатов, но что-то даже очень как-то не верится, подозрительно. Мы же все хотим проверить на себе. Поэтому я вступила, взяла начальный пакет и просто сказала, да, я хочу сама попробовать на себе свой результат иметь. У меня такие результаты. Получилось, что у меня, значит, был обнаружен паразит аскорида, и после повторного анализа его уже не было. Был хороший результат, без всяких паразитов. Потом у меня был герпес, он меня постоянно мучил. Выходил после стрессов, нервозности, большой работы, снижался иммунитет, конечно, у меня был, выходил. Потом я заметила, просто чисто случайно, даже Рыся напомнила, ты помнишь, что тебя, ты говорил, что тебя мучил герпес? Сейчас он меня не мучил, я просто забыла, поняла, и даже забыла совсем, что у меня выходил. Нет его, и все. И третий результат, это у меня по щитовидке, у меня двухсторонние узлы, на щитовидке размера, допустим, там 3 миллиметра, да? Ну, допустим, неважно. Но у меня все написано, подтверждено на бумаге черным по белому от медиков, наших докторов и на наших в России. Так вот, у меня после приема 9 месяцев продукта у меня уменьшились узлы, хотя я очень много БАДов принимаю всю жизнь, и других компаний, и капсулы, и соки, и спреи какие-то, и еще какое-то. Ну, ничего мне так, никаких результатов у меня не было вот таких вот, именно как в ОПЛ, чтобы у меня уменьшились узлы в размере. Вот это для меня было, конечно, фантастика. Это точно продукт, действительно. Да, все продукты, они поддерживали, да, но именно вот такого результата, чтобы еще уменьшались узлы, у других, у наших партнеров, в нашей команде, миома рассасывается, тоже миома, фибромиома уходит. Может быть, по-моему, сейчас даже говорили на воскресенье на презентации, по-моему, ее уже и нет следа, если я правильно поняла. Поэтому такие вот хорошие очень результаты, я довольная, и я передаю эту информацию всем рассказываю, всех приглашаю, так что берите и пользуйтесь. Единственное, что вы должны просто употреблять продукт, это первый шаг, и видеть свои ощущения, свой результат. Все. Дальше это все просто пойдет само собой. Делиться вы не сможете, чтобы не поделились с другими, с родственниками, там, с друзьями, с вашими окружающими. По неволе это все будет от вас просто идти. Вот так. Ну, вот так вот моя история такая. Кто еще может сказать что-то? У нас в группе есть девушка, там многие знают, женщина молодая, в которой начальная была форма цирроза печени –
и после приема нашего она оказалась в больнице, и после приема нашего продукта через 5 недель, когда она пошла в больницу, сдала еще повторный анализ, врач потребовал у нее документы. Он сказал, это анализы не ваши. Это невозможно, чтобы за 5 недель восстановились клетки печени, если уже начинался цирроз. И еще у нас есть очень приятная новость, может, еще никто об этом не знает. Я пока что распространяться не буду, но у нас есть одна молодая женщина, которая много лет не могла забеременеть. И вот на этой неделе она узнала, что она беременна. Приятно, правда? Да, супер. Привет. Я примерно понимаю, о ком я речь. Очень хорошая новость. Да. Она очень счастлива, конечно. Да, да. Ой-ой-ой-ой. Об этом надо кричать. Сколько ждала беременность? Много лет. Я что-то не могу сейчас точно сказать, но достаточно, потому что уже ей где-то около 40. Ох-ох-ох. Это уже подтверждено, да, беременность? Да, да, да. Уже где-то месяц-полтора. Угу. А что принимала, сколько принимала, можете коротко сказать? Она не так и давно у нас. Она принимала чистку, начала с чистки, но потом подключила павер женский и мужской. Но она у нас где-то месяцев 5. Угу. Молодец. После того, что сколько лет не могла забеременеть, через 5 месяцев уже 5-6 месяцев такой результат, конечно. Угу. Супер. Спасибо. Самые приятные такие новости, да, такие, которые душу тешат. Конечно. Очень серьезные результаты, если у людей ушли папилломы, потому что если они уходят снаружи, они сначала чистятся внутри, уходят, а потом уже и снаружи. Потом, это очень страшно, конечно. Это инфекция, паразит папилломы, потому что там в них, конечно, можно все найти. Так что это тоже. Потом грибковые заболевания. Люди всю жизнь лечат и уколы, и таблетки, и все, что угодно. Деньги выбрасывают очень большие и не могут избавиться от этого, потому что грибок не только наружу. Наружу мы видим его, а внутри, как сказала мне одна моя знакомая, когда у нее был сильный псориаз, говорит, я умру через неделю. Это действительно было жутко смотреть на эту женщину, как она мучила. Целый букет был. И через неделю у нее ноги, когда все текли, как изрезанные ножом, и через неделю у нее ноги, на следующий день принесла ей продукт чистку, и через неделю у нее ноги были чистые. Никто бы в жизни никогда, мне очень жаль, что я не сфотографировала ее ноги. Да, живот и спина еще у нее немножко ее мучили, где-то недели 3, а ноги, конечно, прошли. У нее нормализовалось давление, у нее отечность всего организма ушла, и она сразу перестала принимать таблетки от сахарного диабета. Конечно, я ей сказала, что это неправильно. У нее перестали суставы болеть, она бегает, но она решила не принимать. Она говорит, продукт мне помогает очень хорошо, мне никаких химикатов не нужно. Такие результаты у нас. А теперь нам еще можно, конечно, и зарабатывать, не только иметь здоровье. Здоровье, конечно, это на первом месте для всех нас. Но и для молодых, конечно, этого еще не понимают, что такое здоровье, что оно так важно. И, конечно, они уже к нам приходят, молодежь, на то, что у нас можно действительно очень с хорошим маркетингом зарабатывать. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.